всем привет! С вами снова я и наш Кубанский лес. И сегодня, в майские праздники, мы решили пожарить на костре, на нашем таком своеобразном, на импровизированном костерке. Мы сегодня печем картошку, мы сегодня будем жарить сосиски и пить на природе чай. Ну и заодно разведываем наши знакомые места на наличие весенних грибов. Так, ну что, картошечка? Картошечка пошла, дорогая, давай. Первым делом мы, конечно же, закладываем картошечку в наши угольки, потому что времени у нас сегодня немного. Сейчас, может, туда-сюда уже и дождь пойдет. Да, ряченьки разгорелись. Вот что значит, не взял с собой розжиг. Всегда берите розжиг с собой. И сосисочек. Вместе с травкой сосиска. Ой, красота. Супер. Птички поют. Мяском пахнет. Класс. Дождик капает, но пикник продолжается. Пробую впервые закуску из клекачки Джонджоли. Очень вкусно. С луком и с уксусом. Обалденная. Рекомендую. Ваше здоровье. Сосисочки. Отпад. Сейчас еще картошечка подойдет. Бомба. Птички поют. Тишина. Красота. Кайф. Приехали мы на свое старое место, где мы летом очень активно собираем грибы. Здесь такая просека, лэп идет. Недавно здесь прочистили так хорошо. Сейчас проведаем, что там у нас нового в лесу. Вот на опушке мокро, вот тут понад лесом. Ой, цветочки какие шикарные. Красота. Какое красивое дерево. Дубы, и это что, я не знаю, бузина, что ли? Такое красивое все в цветах, смотрите. Красота какая. Ой, как приятно в лесу. Сыровато, темновато. Ой, ландыши. Идет. Ой, какие ароматы. Айва цветет, смотрите, какие огромные цветы. Класс. Ой, красота. Птички поют. Лесных трав сколько. Что тут у нас в леске? Мокро. Какие-то грибы непонятные. Так, ты кто? Кто ты у нас такой? Привет. Я непонятный гриб. А если мы гриб не знаем, мы его не берем. Сыро, сыро в лесу много обещают, конечно. Это сырость. Опа. Вот они. Вот они, эти красавцы. Вот гриб. Десцина щитовидная.
Обычно после дождя они прям очень активно лезут. Да, тут их много. Вот еще, еще. Тут их много. Грибок еще раз попался нам. Какая красота! А пахнет как цветущий боярышник. Красота. Одни ландыши вокруг. Да, единственное, май — это пора ландышей. Пахнет запах настолько сладкий, настолько напитанный этими ландышами, что просто идешь, и у тебя голова кругом идет. Это невероятный запах. Красота. Земляника цветет. Дождь идет. Я нашла гриб. Достаточно свежий. Калибия. Гриб съедобный. Условно съедобный. Пахнет грибами. Прям приятно, приятно. Но в нем уже живут мошки. Сейчас покажу вам его. Видите? Он уже достаточно поеженный мошками. Так что мы оставим его здесь. Еще парочка. Да тут их, знаете, прям много. В принципе, сейчас май. И у нас начинается именно сезон калибий. Вот одна и вторая. Вы знаете, достаточно они плотные. И еще одна. Оставим ее здесь, пусть растет. Прошлогодние дождевики. Даже не сорвать их. И какие они, смотрите. Дымят. Ух, как. Споры. Сегодня лес калибий. Дождик идет. Это благоприятно как раз вот для этих грибов. И они, правда, все червивые. Все поеженные. Поэтому оставляем их дальше. На корм животным. Смотрите, какая красота. Пахнет невероятно. Рододендрон. Сейчас как раз тоже время его начинается. Начинается в майские активное его цветение. Этот кустарник, он ядовит полностью. Но пахнет великолепно. Очень сладкий запах. Прям вот приторно сладкий. Там вот их много уже зацветает верхушек. Какая прелесть. Прям из-под мха такой вот грибок. Вылез из опавшего ствола. Чистейший. Калибия. Широкопластинчатая. Пахнет приятно. Весенний такой запах. Именно весенних грибов. Смотрите, сколько земляники цветет. Красота какая. Вот еще буквально месяц, может даже меньше. И можно приезжать и лакомиться земляничкой прямо в лесу. Какая красота.
Эскалибия. И она на корню уже гнилая. Я набрела прям на поляну таких. Видите, они прям растут прям из бревна. Вот одна, вот вторая. И они все гнилые. Видите? И вот так незаметно замаскированы. Видите, они такого цвета коричневого, что не заметишь. Поеженный. То же самое. Скушали. Птицы поют, такое спокойствие. Грибов пока нет, но лес прямо пахнет грибами. Скоро-скоро начнем косить. Готовится лес к благородным. Красота, тишина и умиротворение. Лес прекрасен. Лес всегда прекрасен, а в мае это что-то новое, это всегда зарождение новой жизни лесной, зарождение новых грибов. Сегодня мы в этом сезоне увидели калибии, они всегда начинаются у нас в мае вместе с цветением рододендрона и ландышей. Следующая наша прогулка состоится в сосновый лес. После дождя мы будем проверять именно эти места, потому что после дождика в мае у нас начинаются маслята. Поэтому оставайтесь на канале. Впереди будет очень много интересных грибов. Всем пока! Спасибо, что смотрели. До встречи!